Сегодня утром в собственном коттедже было обнаружено тело бизнесмена, его жены и водителя. На месте работают следственные органы. Пока никакой официальной информации нет, известно лишь, что убийство произошло накануне ночью. Возле дома оцепления на месте работают криминалисты. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 «Убийство двух и более лиц». Предполагаемые преступники попали на камеры видеонаблюдения. Трое неизвестных в масках выходят из дома жертвы. Мужчины садятся в автомобиль пострадавшего. Спустя несколько минут скрываются с места происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. Следственный комитет пока не озвучивает официальную версию случившегося. По словам соседей, семья недавно переехала в этот дом и еще ни с кем не общалась. Личность погибшего уже установлена. Андрей Бахарев, генеральный директор оренбургского филиала «Газпромтранс». В компании воздерживаются от комментариев по поводу инцидента. Нет, непонятно. Известно, что Андрей Бахарев с пятницы находится в официальном отпуске. Трагедией и большой утратой называют случившееся и его коллеги. Он был членом общественной палаты Оренбургской области. Образованный, грамотный, воспитанный. Все как-то, знаете, в таком шоке, что, во-первых, нет официальной информации никакой. Следствие отрабатывает сразу несколько версий произошедшего. Под подозрение попали и рабочие. Они находились в соседнем строящемся доме. Их отвезли в отдел полиции для проведения дактилоскопии. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня.